На оливковом масле из-под тунца «Магура» обжариваем чеснок и травы. Добавляем протертые томаты и немного увариваем, добавив сахар. Выкладываем филе кусочки тунца «Магура», разминаем в сковороде, объединяем с соусом. Отвариваем пасту до состояния альденте в подсольной воде. Добавляем пасту к соусу с одним половником воды из-под пасты. Перемешиваем и держим на огне несколько минут. Готовую пасту подаем с тертым твердым сыром. Желтоперый тунец «Магура» из редкого ценного вида тунца с плотной мясной волокнистой текстурой, без кислинки и рыбного запаха. Благодаря французской технологии изготовления сохранены все ценные свойства тунца. Филе кусочки имеют нежно-розовый цвет. Деликатный вкус тунца внесет в домашние блюда гастрономическую изюминку и наполнит вашу жизнь вкусом.